прикосновение к миру пещер, если это не исхоженный экскурсионный маршрут, а настоящий, нередко опасный спуск в глубины земли, уверен, у каждого ставит неизгладимое впечатление. А есть люди, для которых эти глубины стали неотъемлемой частью их жизни. С такими людьми, членами Днепропетровского спелеоклуба, мы отправились в пещеры Крыма на плато Караби. Целью нашей экспедиции было изучение пещер на Караби-Яйла, но о них чуть позже, ибо постижение пещер начинается, по-моему, задолго до самого спуска в кажущийся бездонным колодец. Прелюдия – поход. Доценты и студенты, юристы и журналисты, профессионалы и новички, забыв о возрасте и званиях, взваливают на спину рюкзаки и отправляются в путь, оставляя позади благо цивилизации, суету города и повседневные заботы. Впереди несколько дней совсем иного бытия, иной мир, где властвуют первозданные закаты и рассветы, природа, не обремененная человеком, платочная романтика и, конечно, пещеры. Наши проводники, воспитанники Днепровского спелеоклуба, созданного более 10 лет назад Игорем Булгариным, сегодня сами уже опытные спелеологи, прошедшие не один десяток километров подземных лабиринтов. Зачем идут они в экспедицию? Что заставляет этих молодых, симпатичных ребят и девчонок, порой рискуя жизнью, спускаться в таинственные глубины? Что ищут они в извечном мраке подземных залов и галерей? Что для них пещера? Об этом пошел разговор уже в лагере, у традиционного походного костра. Не смотри, как больно и тревожно, не копи в душе своей усталость. Это ж совершенно невозможно, даже до рассвета не останусь. Это ж совершенно невозможно, французский спелеолог Норбер Костере, занимавшийся пещерами почти всю свою жизнь, определил для себя спелеологию как зов бездны. А как вы для себя определяете свое увлечение, свое занятие? Ну, когда мы начинали этим заниматься, это было нечто для самоутверждения, для удовлетворение юношеской тяги к приключениям. А сейчас я могу это назвать только образом жизни. Сейчас наша жизнь фактически подчинена этому спорту, этому красивому делу. Когда мы попадаем сюда, я думаю, я не одинок в этом, мы чувствуем, что вот именно здесь то, для чего мы созданы. Для меня во многом пещеры, вот спелеология, это своеобразный способ общения с природой. С природой и, наверное, с людьми, с друзьями. Потому что этого не отнять. То есть ты как бы внутренне сначала общаешься с пещерой, ты ее воспринимаешь. И тем не менее ты каждый раз слышишь друзей своих, которые тоже там чего-то с ней общаются, с пещерой. И очень интересно. Почему вы ездите сюда, в пещеры? Ну, потому что здесь нет городской грязи, асфальта, таких толп людей, которые даже сами не знают, чем они заняты. С другой стороны, пещера для меня совсем не спорт, это красота, это природа.
Все, что пещера дает человеку, лежит за пределами человеческих слов. Речью это не выразишь. Вы, наверное, как автор этой передачи, это прочувствовали, поскольку, наверное, делая ее, всегда будете ощущать, что самое главное все-таки осталось за кадром. Наш небольшой палаточный лагерь расположился в лесистой воронке среди скал рядом с пещерой Костере, а невдалеке возвышался Иртыш, главный ориентир в центральной части Караби-Ейлы. С этой горы, особенно на закате или на восходе солнца, открываются поистине фантастические виды лунного пейзажа плато. Во время же дневных переходов мы не понаслышке узнали, что такое карстовый ландшафт. Воронки и провалы, трещины и хаотичные нагромождения камней, местность, где редко можно встретить человека и еще реже воду. Лишь однажды мы вышли к небольшому живописному озеру в долине Эгистинах, спугнув большую стаю уток, гнездящихся в его камышовых зарослях. В особенно засушливые времена озеро пересыхает, и последние остатки влаги уходят под землю. Специалисты уверяют, что под долиной существует большая, единая подземная гидросистема, связывающая немало пещер. Однако практическое доказательство этой теории еще впереди. Вообще, плато Караби, что в переводе с татарского означает «черное пастбище», местность уникальная. Уже не один десяток лет привлекающее внимание ученых-спелеологов и спелеотуристов. Ейла, расположенная в центральной части Горного Крыма и возвышающаяся более чем на километр над уровнем моря, буквально как губка пронизана подземными лабиринтами. Из открытых в Крыму 870 пещер, одна треть находится на Караби. А сколько их еще предстоит открыть? О карстовых ландшафтах швейцарский спелеолог Альфред Бёгли писал: «Под поверхностью земли в абсолютном мраке существует огромный мир, настоящий подземный континент. И плато Караби на этом континенте занимает не последнее место. Именно здесь расположено более половины глубочайших пещер Украины. Солдатская глубиной более полукилометра, Нахимовская 388 метров, Молодежная – 261 метр и многие другие. Впрочем, кто расскажет о пещерах лучше человека, прошедшего многие из них вдоль и поперек? Ты прошел уже не один десяток пещер в Крыму, на Кавказе, в Западной Украине. Чем интересны эти крымские пещеры для спелеологов-профессионалов и спелеологов-любителей? Для спелеологов-любителей это красивые пещеры, скажем так, самые красивые пещеры карстовые, которые существуют в Украине, именно плато Караби, Четырдах. А для спортсменов это самые глубокие пещеры Крыма и самые, соответственно, Украины. Что для тебя спуск в пещеру и сама пещера? Хобби, привычка. Потому что 13 лет, просто тоже стала часть жизни, поэтому со школьных лет Вперед. Когда все время спускаешься, несколько раз спускаешься в одну и ту же пещеру, не надоедает вот эти спуски, одинаковые пещеры, или что-то каждый раз появляется новое? Не надоедает. Я бы, наверное, закончил заниматься спелеологией, если бы надоело. А так, каждый раз что-то новое. То есть каждый спуск что-то новое? Да. Причем я каждый раз спускаюсь сам. Именно делаю навеску, ввожу людей туда. Даже разные люди по-другому пещера смотрится. По разным причинам люди связывают свою жизнь с подземными глубинами. Для одних это серьезная научная работа, для других – постоянное испытание себя на прочность.
Для кого-то это рискованный спорт, соревнования, рекорды, а для кого-то романтичное, но очень опасное увлечение. И все же их всех, думаю, объединяет желание познать неизведанное. Стремление, по словам Раймара Фрикенштейна, увидеть то, чего еще никто не видел. Исследовать места, недоступные для наблюдения даже со спутника Земли. Вот и мы с оператором, пройдя короткий инструктаж в лагере, спускаемся под землю. Первое боевое крещение – пещера Эгистенах-1, глубиной 60 метров. Тщательно страхуемые нашими проводниками, проходим 18-метровый колодец и попадаем в мир абсолютной тишины и абсолютного мрака, лишь изредка отступающего перед светом карбидных ламп. Любой профессиональный спелеолог скажет вам, что прохождение пещеры, а тем более незнакомой пещеры, должно быть детально и точно описано. Однако мы ставили перед собой иную, более скромную задачу – лишь прикоснуться к таинствам подземного мира и постараться передать свое восприятие вечности, воплощенной в камне. Поистине вечности, ибо вся история человечества – лишь краткий миг перед этим творением природы. Скажем, формирование пещер на Караби, а они считаются сравнительно молодыми, начиналось около 40 миллионов лет назад, а завершилось в основном 10 миллионов лет назад. Но и сейчас пещеры живут и будут жить, пока капли воды, растворяя известняк, будут создавать причудливые архитектурные формы подземных залов и галерей. Причем натеки, сталактиты и сталагмиты, колонны и занавесы в одних пещерах могут расти сравнительно быстро, 1 сантиметр за век, а в других рост лишь на 1 микрон может продолжаться тысячелетия. Итак, мы идем по галерее пещеры Эгистенах протяженностью более 250 метров. Прохождение пещеры, даже самой простой с точки зрения профессионала, отнюдь не увеселительная прогулка. Холод, почти 100% влажность, скользкие откосы, огромные каменные завалы, преграждающие путь, узкие каминные колодцы – все это неотъемлемые атрибуты подземных переходов, не говоря уже о более серьезных опасностях, с которыми нам не довелось столкнуться, и которые стоили жизни не одному спелеологу. Однако все трудности, лишения и опасности меркнут и забываются перед великолепием подземного царства и причудливостью форм, созданных природой. Гигантские колонны и ажурные гелектиты, снежно-белое лунное молоко и как будто бросающие вызов силам тяготения диски Кастере. Вечно цветущие каменные цветы и редкий для Крыма пещерный жемчуг, который мы обнаружили в пещере Мира, второй пещере, которую нам представили наши проводники-спелеологи. И все же не только и даже не столько внутренним убранством притягивает человека пещера. Норбер Кастере писал, что лишь в подземном уединении можно очиститься, сбросить с себя груз забот, набраться новых душевных сил. И мне кажется, нечто подобное чувствует каждый, кто хоть раз спускался в глубины земли. Наша короткая экспедиция в пещеры Караби-Яйлы завершилась благополучно, без единой неприятной неожиданности, благодаря четкой профессиональной работе сопровождавших нас ребят, воспитанников Днепровского спелеоклуба. У многих из них за плечами сотни пройденных пещер, в том числе глубочайших пещер Украины, Солдатской и Нахимовской. Сейчас в планах новые экспедиции, изучение новых перспективных районов. И я уверен, планы эти будут реализованы. Впрочем, слово самим спелеологам. Я себя ловлю на той мысли, что с каждым разом, каждый поход дается вот этот вот отрыв от городского дается все сложнее и сложнее.
То есть изыскиваются эти средства, изыскивается время. С каждым разом сложнее и сложнее. Но я надеюсь, что все это будет продолжаться, и пока будут вокруг вот эти вот прекрасные, на мой взгляд, люди, дело не умрет. Сейчас, может быть, мало известно, скажем, широкому кругу людей о занятиях спелеологией, спелеотуризмом. Но я думаю, что это очень перспективный, скажем, такой вид спорта. Несмотря на то, что он достаточно дорогой и считается в какой-то мере элитным видом спорта, я думаю, будут много людей приходить. Ну и кроме того, хотелось бы выразить огромную благодарность людям, которые, участие которых сделало, в принципе, возможным этот выезд. Вот. То есть были приложены наши физические усилия, а огромную материальную и, можно сказать, даже душевную помощь оказала фирма «Бекон» в лице Вити Мельникова. Мне все-таки хотелось бы сказать огромное ему спасибо. Который сам по себе тоже является спелеологом. Они в свое время с группой днепропетровских спелеологов посетили, прошли одну из наиболее глубоких пещер нашей планеты, пропасть Пантюхинскую. В последний вечер экспедиции нас с оператором посвятили спелеологи, помазав глиной со дна пещеры, священной, по мнению Костере. И даже если обстоятельства не позволят нам больше спуститься в царство пещер, мы всегда будем чувствовать себя членами подземного братства. Закончились несколько удивительных дней на Карабиеле. Мы возвращаемся в город, привычным делам и заботам, но возвращаемся немного иными, ибо постижение пещеры – это прежде всего постижение самого себя. Здесь все иное. Мир за гранью мира, оплот творения, странная химера, алтарь богов, прибежище сатиров, незыблемая, хрупкая пещера. Что мы пред ней, и что она пред нами? Бесстрастный суд, вселенская беспечность, за данными ей мигом, именами, в глубинах без названия скрыта вечность. В пещере свет — лишь тень, как у Платона. Реальность бреда, абсолют свободы. Безмолвие, мрак и камень здесь исконны. По замыслу воятеля природы. Здесь все иное. Словно волны леты смывают мира мутные наносы. И нет неотвратимости ответов. Нет необходимости в вопросах.